Тверском областном суде началось судебное следствие. Сторона защиты, гособвинения и сами обвиняемые выразили свою позицию по данному уголовному делу. Также Виктор Крысов и Виталий Осипов проинформировали суд о своем желании давать показания во время процесса. И, в частности, вот Виталий Осипов заявил, что он хочет быть допрошен, быть первым. Одновременно с этим в судебном заседании были допрошены два свидетеля государственного обвинения. Предполагается, что в последующие дни в суде продолжатся допросы свидетелей обвинения и будут исследованы материалы дела.